Всем привет, дорогие зрители! Нашел трехкомнатную конфетку, дизайнерскую, под ключ, на первой береговой линии. Квартира находится на среднем этаже проекта. Проект был сдан в 2007 году. Вид с окна прямо на море. Снимать я не буду балкон, так как хозяин не захотел светить эту квартиру на рынке недвижимости в Алании. Так, дорогие зрители, здесь у нас отдельная кухня. Бытовая техника вся Altus, кроме плиты, духовки и вытяжки, которая фирма Alpina. Здесь у нас есть выход на балкон. Очень просторный главный балкон, который смотрит на море. Южная сторона. Вот такая гостиная. Пляж тоже здесь хороший. Вот такая гостиная, мебель, дизайн. Пол у нас мрамор, просторная прихожая. С левой стороны у нас первый санузел, накопительная система нагрев воды. Вот. Здесь у нас спальня, дополнительная, скажем, детская. Вот такая мебель. Айдат здесь 225 лир, есть просторный бассейн с горками, есть подземный проход на пляж, ухоженный просторный сад и лифт. И вот спальня. Здесь у нас еще один балкон, не маленький. И здесь так полотенной шкаф и мебель. Здесь у нас санузел этой комнаты. Так, дорогие зрители, хочу подвести итог. Цена этой квартиры 135 тысяч евро. Скидочка от меня будет. Если вам понравилась эта квартира, звоните, пишите по номеру WhatsApp, Telegram, Viber. С вами был мистер Агаси, Солнце на Лане, район Махмутлар. Первая береговая линия. Всем пока-пока.